Здравствуйте, друзья! Опять я со своей игрой Final Fantasy VIII. Играю в карты, и вот он, Джокер. Он нам пытается что-то продать, но мы не наркоман, наркотики у него покупать не будем. Единственное, что где тут у нас противоядие купить, там, пожалуй, чтобы сделать определенной магии. Не знаю, сколько там нам надо магии. Денег-то у нас не так много, потому что мы не миллионеры какие. Мы всего лишь бедные сиды. Так, ну вот из слез делается магия слепота. Там можно пару десяточков купить. Из мягкости делается магия удар. Тоже полезная магия. Но я не помню, могу ли я ее сейчас делать или нет. Эхоэкран. Делается молчание, но мне эта магия не особо нужна, полезна. Из святой воды делается магия зомби. Вот можно вот так вот набрать. Еще чуть-чуть набрать. Вот так. Так, ну и все. Из горючего делаются горючие патроны. Надо вот набрать хорошенько. И видите, все, деньги закончились. Все-таки мало нынче платят солдатам. Точно хочешь поиграть? Нет, не хочу пока что. Ах ты, елки-палки, блин, зачем же я ж это покупал? Ну ладно. А, вот он мне еще к счетчику боя еще добавит функцию. Да, хочу поиграть. Я, наверное, все-таки, если сейчас выиграю, то сохранюсь опять же. Эй, не-не-не-не-не-не-не-не-не, отставить. Отставить, карбунку мне вообще не нужен. Вот сейчас мне через карту перескакивать. А, ну этот бой несложно будет выиграть, поскольку он на этот бой выставляет всякую шваль. Так, что тут у тебя? Ну давай вот так сделаем. Вот эта скотина что там мутит? Вот знаете, вот что он может замутить? Да ничего он не может замутить-то, в общем-то. Окей. По правилу плюс он не играет, так что он ничего не сможет тут выхватить. Только сможет выхватить кое-чего, о чем я сказать не смогу. Вам, ребята, в этом эфире. Меня Виталик просит постоянно, чтобы я не матерился, поэтому я не буду. Вы спросите, почему Виталик может такое попросить, и я буду это выполнять. Да, в общем-то, просто из уважения. Вот так. Кто-то меня спросит, почему давно Виталик не появляется на канале. Ну, у него свои причины есть. Я не знаю, может быть, он даже и против того, чтобы я говорил в своем видео про него. Ну, ладно. Не так уж много я и сказал. Так, вот я сохранился. Побегу дальше отыгрывать карту Левиафан. А Джокер слинял, вот гнида. Вот он так всегда поступает. Ну вот, наконец-то. Все, куда ты уходил? Покурить? Вот узнаю, что ты тут устроил в нашем озере отхожее место. Так, Сейфер, Кристис, Диаблос, Карбункула пропускаем, Сакрет, готово. К сожалению, в этот раз, видите, он опять не выставил карту. Нужную мне карту никто с первого раза не выставляет. Все издеваться пытаются. Что тут у нас? Что тут у нас? Как нам можно? 9-1, 9-1. Ну, такой комбинации вряд ли будет. Так что ничего страшного. Что ж ты за... Что ж ты за... 9-9, 8-8. Конечно. Ты рассчитывал на это, да? Нет, 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 нет. Ты удивишься, но я не дурак. Так, что тут у нас? Ну вот, собственно, ты и проиграл, чувак. Все. О, Райджин Фуджин. Райджин Фуджин, у меня нет карты, хотя она особо хороших вещей из нее не сделаешь, но тем не менее, чтобы забить место, карта нужна.
О, Левиафан, замечательно. Опасная карта, опасная. Бьет вправо. Бьет, зараза, не больше раза, но попадает мимо глаза. Так, давайте. Вот так вот сделаем. Она все хочет, чтобы я бился этими картами, чтобы она у меня... Она... Почему она? Нет, это Джокер, это... Чувачела. Чувачела очень хочет, чтобы я положил сюда карту какую-нибудь. Чтобы я побил этой буковкой А, но я этого не сделаю. Пускай он обломается, но вот... Что, он не может меня с семеркой? Да, опасная, очень опасная карта. Левиафан. Левиафан. А я вот так вот сделаю. Ну чё? А? Обломайся со своим Левиафаном, чувак. Я не люблю, когда так подло играют, понимаешь? Не люблю. 2-9. Да, в общем-то, тебе нечего ловить здесь, чувак. Чувак. Вот так, на. Ну что? Небитая комбинация. Небитая. Все, готово. Думаете, я какую-то другую карту возьму? Нет, Левиафана возьму. Вот, замечательно. Все, мы теперь и Джокера обыграли. Замечательно. Все прекрасно. Так. Сейчас надо пойти на мостик опять. Поговорить с Нидой, потом поиграть с доктором Кадаваки. А потом пойти спать. И мне во сне придет король. Да, угадайте, кто же является королем карт. Вы эту личность прекрасно знаете. А я-то, конечно, догадался, кто это будет. Вот когда я играл первый раз, в гайде мне было написано, кто на самом деле является королем карт. Но я-то догадался. А почему догадался? Да я вам сейчас не скажу, конечно. Но вот как-то так у меня были такие подозрения по некоторым фразам, который я тут слышал в разговорах. Вот совсем недавно эта фраза мелькнула. Так, это я часто сохранился. Зачем? Ну ладно. Вот, пойдем навести мостик. Ну вот, квест с карточными маньяками. Я считайте, что пройду. Так, на мостик. Вперед. Так, Нида. Алло? Нет. Так, подождите, а как? Что значит поговорить с Нидой? Поиграть с ним или что? Хорошо. Поиграю с Нидой, обыграю его. Что уж тут? Квистис. Вот не знаю, брать Левиафана или не брать. Вроде хорошая карта. Возьму в этот раз Левиафана. Из Сакры, да. А Минотавра брать не буду. Вот так-то у него карты неплохие. Даже восьмерочки есть. Но я буду играть здесь снова от обороны. Возможно, даже проиграю. Я не знаю. Не, ну проиграть-то я не должен. Интересно, как-то ты хочешь вымутить, чувак. Давай вот так вот сделаем. Ваших нет. От карты травма. Из карты травма делаются разрывные... В смысле... Что-то делается такое, из чего делаются разрывные патроны.
А возможно, прямо из карты они делаются, хотя вряд ли. Так, ну все, я с ним поговорил, я с ним поиграл. Пойдем к доктору подавать. Так, а что там сказано? Надо с ней поиграть в карты. Поговорите с Мидо на мосту, потом посетите лазарет, поиграйте в карты с доктором Кадаваки. А, ну ладно. Поиграем. Вообще в этом эпизоде очень много редких карт можно заиметь себе в коллекцию. Это и карта... А, ну да. Это и карта Куизакотла, это и карта... Кого? А, это и карта Ринуа, это карта Сирены, карта Одина сказал или не сказал? Если не сказал, то карта Одина. Какие еще карты можно в этом эпизоде отыграть? Ну, собственно, в этом эпизоде можно завершить квест с королевой карт. Хотя нет, нельзя завершить, потому что нам надо... Другой транспорт нужен, чтобы ее выловить там. Эй. Ах, вот, она была, оказывается, королем. Да, хочу, давай сыграем. Она была предыдущим королем, но проиграла. Так. Знаете, не буду я играть с Левиафаном, что-то какая-то горимая карта получается, и все непредсказуемо развивается, а я не люблю, когда непредсказуемо. О, карта Тиамат. Карта Тиамат, это замечательно, у меня нет такой карты. Томат, Тиамат. А вот так вот. А, 7-8, 8-7. Не будет такого расклада? Нет, не будет такого расклада, можно смело. Так, а вот если двоечка тут будет. Ну, 2-9-9-2 тоже не будет. И ты посмотри, у нее ультимейт вепон есть. Ультима вепон, точнее. Так, смотри, он хочет побить. Точнее, она. Хочет побить ультимейт. Ультима вепон. Что здесь? Ну, вот как-то вот. Так, надо готовиться к тому, что у меня здесь будет такая карта стоять, которую я, блин, не могу побить. А давайте тогда сделаем хитрый план. Пятерка. Ну вот пятерку он тоже побьет, она. Но мать-перемать. Так и так будет ничья. Шестерку, здесь вот сюда девятку и 6-6-8-7. Вот видите, какая карта у нее сильная. Что здесь можно предложить? Здесь можно поставить сюда свою карту вот с девятками, и он тогда она тогда побьет только одну карту мою, и все равно будет ничья, да? Ну как бы. Ничья лучше, чем проигрыш, все-таки. Сюда ставлю, да. Вот так вот поставлю. А, ну, да. Ничья все-таки лучше, чем проигрыш. Так, я должен был с ней поиграть, а не выиграть. Но вообще-то, конечно... А, возможно, мне надо выиграть. Но вот я сейчас чуть-чуть вот буквально не проиграл. Это как-то уже адреналин забегал по венам. Потому что я сейчас мог буквально таки... А, ну вот, все, сейчас я выиграю. Ну, это, конечно, как сказать, сильно самонадеянное утверждение, но... Лучше сюда поставлю. Но, тем не менее, уже, я смотрю, шансы-то у меня есть. Да ты что ты о себе думаешь? Так, что тут можно? 4, 9, 2, 9, 9, 9, 5. А, вот так вот. На!
Ничего ты уже сделать не сможешь. Ничего. Все, гуляй. Так, какую карту взять? Вот карта Тирекс делается в кости динозавра, из кости динозавра можно сделать землетрясение. Все, я выиграл у Кадаваки, побежал. Мне надо главное сохраниться перед своей кроваткой и лечь, баеньки. А сейчас это вот беготня много занимает. Был бы эмулятор, вообще эмулятор вот PSP. Если, я не знаю, если сконвертить, взять игру Final Fantasy 8, сконвертить под PSP. Ну, кстати, уже есть сконвертированный образ, где все 4 диска есть. И сконвертить ее PSP, под PSP, ну, то есть этот образ взять и запустить через эмулятор PSP. Там есть такая волшебная кнопка, которая ускоряет эмуляцию. Соответственно, вот эти все прогулки по саду, там, да, это в большой скорости можно проматывать. Если бы там можно было каким-то образом играть в игру Мир Чукобы, то это была бы совсем уж лучшая версия вообще. Так. На всякий случай сделаю 2 сохранения, даже во второй слот сохранюсь. Потому что... Ой, что-то у меня адреналин уже. Так. Оставь меня одного, да. Ага. Так, ну все, теперь надо лечь спать. Отдохнуть. Ага, ага, ну. Делайте ставки. Кто же окажется карточным королем? А, вот эта вот дамочка. Привет, Кристис. Так ты эсэсовка? Вот почему ты зигуешь. Вот смотрите, вот я же говорю, эсэс, она зигует. Любит она зиговать почему-то. Ну. Я тебя твоей уже картой сейчас буду бить. А? А? Каково? Что такое? А, ну да. Каково тебе отхватить от своей же карты? Кстати, у нее есть какая-то редкая карта. А, у нее карта Гильгамеш. Ну чё, ну давай, ну давай. Вот она долго думает, она такая тугодумка. А, в карты-то, да. Как боец-то она может и ничего, но в карты она так долго думает. 4-9. 9-9. Так. Вот набитой комбинации здесь не получится, но с другой стороны. Если я сейчас побью, то она побьет вот так вот. А я потом куда денусь? 5-5-5-6. 2-3. А. Буковка А. Да? Но здесь двоечка. А мне, собственно, больше и не надо. Нормально. Нормально, я сейчас выиграю. Но, правда, вот она не Гильгамеша сейчас на кон поставила. Так бы был Гильгамеш. Ух ты ж. Ах, вот она как побила. Но, тем не менее, все равно за мной все. Победа, тем не менее, за мной, потому что она мне отыграет одну карту, а я у нее 3. Все, победа. Нет карт. Какую карту взять? Я даже не помню. Гизарда не надо. Вот это Iron Giant, по-моему, стальной шар делается. Или что из него делается? Опа, все, на колени. Почему мне не дали ачивку? По-моему, есть ачивка «Карточный король». Ну, хоть в этот раз комбинации не раскомбинировались. Ну, сейчас она стоит там, где она обычно стоит. Пойду я у нее отыграю карту. Карту Гильгамеш, и на этом, наверное, закончу. Хотя тут еще можно, конечно, полетать, повыигрывать карты. Но там правила перетасуются, а я, честно говоря, не хочу их пока... Так, вот тут Зел есть. У него карта Зел, по-моему, можно отыграть. Так. Ага.
Давай поиграем, может быть, все-таки можно у него. Ну, вообще-то, у него-то самый верняк это у его мамки отыграть карту. А у него-то, по-моему, и не будет его карты. А, честно говоря, я не помню, сыграю там пару разиков. Если выиграю, то клево будет. А если нет, то нет, извините. Что такая вот коварная, да? Зелка. Зелка это такой коварный тип. Шестерка, шестерка. Ну вот так вот. Вот так вот. А, нормально. Возьму Гранальда. Кстати, карты Гранальда у меня почему-то нет. Я думал, что она у меня есть. Зел, давай еще в карты сыграем. Рубанем, да. Ну, давай играть. Нет, все-таки. Если три раза не попаду, то уже плюну на это дело, потому что я не уверен, что именно сейчас можно отыграть его карту. Хотя можно прямо сейчас поехать, скататься до Баламба и там уж наверняка отыграть. Да ваших нет, все, гуляй. Вот эта карта мне нужна очень сильно. Это карта Геспера, с него делается черная дыра. А черная дыра это магия Деми. А магии Деми у меня нету пока. Давай, давай, Зел, Зел. Не надо, не надо тут выделываться. Что твои кулаки значат против шашки? Да ничего не значит. Ох ты, посмотри, у него карта Криста есть. Ну, как и обещал, 4 раза нету карты. Значит, пойду дальше. А что, если есть карта Криста, так все можно, что ли? Так он и хочет этой картой ударить что-нибудь. Да вот, ничего, ничего, не получится у тебя ничего. Зел, тебе нечего ловить. Ну, конечно же, я возьму карту Криста, тем более, что остальные карты у меня есть. А, ладно, пошли отыгрывать Гильгамеша. Гильгамеша отыграть, наверное, надо заканчивать это повествование. Может, там дальше. Странно, где же моя ачивка-то? Должны были ачивку дать. А ну-ка, встаньте предо мной. Как лист перед травой. Так, все, сохраняюсь. Надеюсь, Гильгамеш тоже не будет так-то. Не будет меня сильно мучить перед тем, как карту отдать. Давай. Да, хочу. Давно хочу. Так, да. О! Замечательно, молодец. Сразу нужную карточку выставил. Но, блин, такие опасные карты у меня сейчас вообще опасные. Опасно! Ой, как опасно! Что мне сделать лучше? Мне, наверное, надо поиграть от противного. Противно это делать, но придется. Ах ты ж скотина-то, а? Ах ты ж скотина. Вот какая скотина, ну честное слово. А, ладно. Давай вот так делать. Что, серьезно, что ли? Нет, ты серьезно? А в этом, по-моему, есть какой-то план хитрый, а? Ну, посмотрите, в этом есть какой-то хитрый план.
Что тут может быть за план? Пятерка, тройка, да? У меня шестерка, единица. А чем он может побить? Только шестеркой, да? Шестеркой будет пятерка. А, я возьму эту карту, он возьмет эту. Ну что ж. Давай попробуем. А что такого-то? Ну, вот сейчас я вот эту карту возьму. А ты у меня только одну отыграешь. Нет, все правильно, я выиграю. Ах, абандон. Ну, конечно же, я не возьму абандона. Зачем мне он нужен? Все, нормально. Поехали. Собственно, я бы сейчас мог, конечно, пойти вот в Деллинг-Сити, отыграть карту Рино, потом пойти в Fisherman Horizon, отыграть Куизакотла, обратно моего Эфрита отыграть. Ладно, сейчас сохранюсь, блин, не знаю. Играет у меня, все играет у меня, ладно. А, наверное, посвящу следующий выпуск всяким секретам, а также игре в карты еще разочек. А пока что у меня все. До скорого, да. Я решил, так и будет. До свидания, друзья.